крае устранен дефицит газа в баллонах. На Алтай поступили первые 500 тонн газа. По мнению специалистов, это решит проблему лишь на некоторое время. При этом топливные проблемы решили озадачиться власти региона. По моей информации, достигнута договоренность 500 тонн газа, но это разовая акция. Предлагаю обратиться к правительству и губернатору Алтайского края, проработать этот вопрос и заключить долгосрочные контракты с заводами-поставщиками. Сейчас на сайте Алтай-Крайгазсервиса перечислено 18 районов, куда в результате разовой поставки привезли газ в баллонах. По 500 тонн будут подвозить ежемесячно до конца года. Таких результатов добилось предприятие в результате переговоров с заводом-поставщиком. Продолжаются они и сейчас. Ведь по-прежнему непонятно, кто будет поставлять на Алтай газ в следующем году. Как пояснил директор краевого предприятия Сергей Владимирцев, главный претендент – завод «Сибур», с которым край работает несколько лет. Скоро алтайская компания передаст в краевую администрацию документы с указанием годовой потребности в газе населением края. Дальше пакет документов передадут в Федеральное министерство энергетики. Именно оно и решит окончательно, с этим поставщиком работать краю или искать другого.